Добсинская долина. За сколько? За пару дней до фестиваля? Да. Идет, полным ходом идет подготовка к фестивалю. Да. Да. Вон, смотри, Подмосковье, глянь. Видишь, тут будут разные-разные представлены регионы России. Мне надо вперед смотреть. Это пляж Ракета. А это дорога вдоль военного городка. Это стоянка пляжа Ракета. Это ремонт дороги. Прямо напротив военного городка. И машина с полтавскими номерами. Точно полтавские номера? Там на обойме написано Полтава. Да. А на стенке написано Любовь. Оф. Вон, видишь? Это лучше, чем реклама солей. Полтавских номеров. Короче говоря, ребята, через два дня начинается фестиваль, об этом уже говорили много-много-много всего. Да, дорога будет перекрыта, да, дорога кусками где-то поремонтировалась не особо аккуратно, но это все временно, потому что здесь идет стройка, вот, капстрой. Капитальное строительство Даврида.арткапслукама обязательно пишется большими буквами. Вот. Там где-то в долине с Меганом, а вот здесь стройки. Вот это у нас Северные ворота. Да. Въезд в университет креативных индустрий. Ворота. Ну и то, что здесь вокруг ворот. Это вы уже прекрасно все это дело знаете, дорогие наши друзья. Здесь всякие разные СНТ. Здесь вон мусор люди выбрасывают. Здесь стройка продолжается. Там вдали далеко мы с Меганом. А здесь местные едут. Дайверу Джону попить кофе на берегу моря. Ну и посмотреть так на вечерние берега бухты Капсель. Вот такие дела. Что там будет слышно, я не знаю, потому что вот такой вот у нас сегодня оригинальный звук. Вот, видите? Не приглашал. Газ. Даже еще не в курсе. Пляж Меганом. Поворот. Снято все будет одним непрерывным куском. И там посмотрите. Вот поворот. Мы с Меганом.